Подробности недели возвращаются в прямой эфир. 200 разрушенных домов, тысячи эвакуированных людей. Это результат пожара и последующих взрывов на артскладах в Балаклее. Огонь воинской части уже погасили, но снаряды разрываются до сих пор. На их обезвреживание нужно время. Сегодня на подмогу спасателям отправили в Харьковскую область оперативников полиции, 35 следователей и еще 30 оперативных работников. Одна из главных задач для них – фиксация, в том числе и повреждений домов, чтобы местные жители могли как можно скорее получить компенсацию от государства. Об этом написал в Фейсбуке начальник полиции Харьковской области Анатолий Дмитриев.